Житель Зубовой Поляны расстрелял из охотничьего ружья внедорожник, в салоне которого были двое мужчин. Все произошло днем 3 февраля в райцентре. В машине, в сторону которой стрелял злоумышленник, находились двое мужчин с огнестрельными ранениями, один из которых скончался на месте происшествия. Другой был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы с огнестрельным ранением грудной клетки. Стрелком оказался 38-летний Алексей Дадаев, жертвами его работодатель и друг. Дадаев периодически чистил снег у индивидуального предпринимателя Андрея Игонова, который занимается заготовкой срубов. С ним в роковую среду был 26-летний товарищ Владимир Пелецкий. Все трое выпивали в доме Дадаева, а дальше, как предполагает следствие, был конфликт, якобы из-за того, что подозреваемый плохо расчистил снег. Повышенные тона перешли в рукоприкладство. Находясь дома у подозреваемого, по его словам, мужчины избили его, а также стали высказывать угрозы в его адрес, а также в адрес его дочери. Через некоторое время мужчины вышли из дома подозреваемого и сели в автомобиль УАЗ. Как полагают следователи, Дадаев вышел следом за ними, прихватив из дома зарегистрированное охотничье ружье 12-го калибра. Был ли дальше диалог или подозреваемый стрелял без предупреждения, но в итоге он выпустил в припаркованный УАЗ весь магазин. Это 5 пуль, которые прошили внедорожник. Муж дома, избитый весь. Говорит, ножом угрожали. Чего хотели, я не знаю, не могу знать, не могу сказать. Он вытащил ружье, начал защищаться, я так понимаю. Расстрел закончился печально. Владимир Пелецкий скончался на месте. 34-летний Андрей Игонов был госпитализирован в реанимацию. Свидетелем расправы, который вызвал полицию и скорую, оказался таксист. Его вызвали жертвы еще из дома Дадаева, чтобы не садиться пьяными за руль. Пули чудом его не задели. Подъехал хорошо, на 10 метров назад стал. Вышел, смотрю, ствол. 4-5 выстрелов. Он живой. Вышел. Да. Ну что, ты прямо вот я ствол вижу с этого. Прибывшие полицейские и сотрудники Росгвардии задержали стрелка. Его действия Следственный комитет квалифицировал как убийство и покушение на убийство двух и более лиц. Я думаю, убил. Серьезно. Я уж руками вот так вот. Все на ваши условия иду. Там вдруг что, ментам там. Ну а что случилось? Они приехали, начали бить или что? Или вы сидели? Сидели. В ближайшее время следствие выйдет с ходатайством об аресте Дадаева. Ранее он уже имел проблемы с законом, получив судимость за повторное управление автомобилем под шофе. Анастасия Семышева, программа «Происшествия».